Всероссийский форум региональных СМИ, впервые проведенный в Свердловской области, на котором побывали в том числе и журналисты Артемовского городского округа, станет ежегодным. И уже принято решение, что эстафету принимает Крым. Об этом сказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым. Большое спасибо вам за помощь организации. Мы когда открывали форум, я сказал, в этом не было ни капли лести, что я никогда не видел такой скорости принятия решения. Потому что мы, когда обсуждали идею форума, я очень хорошо помню, позвонил вашим ребятам, было 11 часов дня, в 14 часов они мне перезвонили и сказали, губернатор принял решение, мы проводим. Ну, самое главное, что вы задали очень хороший старт, и теперь будет ежегодно. Сейчас эстафету принимает Крым. Он также проинформировал губернатора о том, что опыт взаимодействия властей и СМИ на Среднем Урале оценен высоко и заинтересовал журналистское сообщество страны. По словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области зарегистрировано более 1000 средств массовой информации. Сеть муниципальной прессы у нас одна из самых крупных в стране. Местные СМИ для значительного количества жителей области – единственный официальный и достоверный источник информации. Кроме того, городская и районная пресса – это мощный механизм развития местного самоуправления. Именно поэтому власти региона приняли решение обратить особое внимание на поддержку городских и районных газет, профессиональный рост ее сотрудников, повышение конкурентоспособности изданий. На первом этапе реформирования отрасли важно было добиться унификации организационных форм СМИ региона. За полтора года была проведена самая важная и трудоемкая часть реформы. 45 государственных городских и районных газет были переведены на рельсы автономных организаций. Это стало фундаментом, основой для остальных перемен. Второй важный шаг, который был сделан, проект «Инновационная редакция». Его суть – формирование современной компьютерной и технологической базы редакции. Без нее ни о каком эффективном проникновении в интернет не могло идти и речи. Правительство выделило около 500 тысяч рублей на каждую из редакций для того, чтобы оснастить их современной техникой. Участниками проекта стали 42 редакции городских и районных газет. Третий шаг – старт программы профессионального обучения сотрудников. В сегодняшнем мире стремительных перемен держать руку на пульсе, постоянно учиться новому – вопрос выживания. Департамент по печати и массовым коммуникациям уже провел 30 обучающих и повышающих квалификацию семинаров, в которых приняли участие более 600 сотрудников редакций, средств массовой информации Свердловской области. Такая работа будет вестись и дальше, рассказал Евгений Куйвашев. В ходе встречи, отметив, что проведенный в Екатеринбурге форум прошел под девизом «Траектория смысла», Евгений Куйвашев подарил Алексею Волину бумеранг из уральского титана, как символ того, что вложенные усилия возвращаются.